большое механическое бюро было изготовлено на территории знаменитого немецкого мебельщика Давида Венера в городе Нейзе. И привезено в Петербург с первой партией его мебели в 1984 году. Оно было специально изготовлено, чтобы продемонстрировать высочайший уровень мастерства его создателей. Это шедевр мебельного искусства, предназначенный для весьма больше похожий на механическую игрушку и снабжен множеством механизмов, которые, как мы наверили в волшебной палочке, позволяют открыть репетитор, менять местами кабинетцы, открывать ящики, изучать музыку. И механизмы были исполнены премьером, который был с механиком Питером Китсингом и музыкальным мастером Юганом Бэйком. Бюро, безусловно, поразило русского зрителя, достигнув видевшего подобных предметов мебели. Сохранилось воспоминание современников, где они выражают восхищение этой механической рекорды. Премьер достиг своей цели, его творчество понравилось русскому зрителю, и с тех пор он стал основным поставщиком мебели для экстремистов и русского двора на протяжении